Два раза в неделю проводятся рейды полиции совместно с Роспотребнадзором и администрацией города Волжска. В ходе рейда проверяется соблюдение масочного режима, так как на территории Республики Мурел введен режим повышенной готовности. Если раньше люди пренебрегали ношением масок, то сейчас, выходя в рейд, мы видим положительную динамику. Люди стали более внимательны и ответственны к своему здоровью.